получить паспорт на главной площади под аплодисменты горожан. Такой чести удостоились 10 юношей и девушек. Накануне праздника им исполнилось 14 лет, поэтому выдачу главного документа решили традиционно сделать торжественной. Молодых граждан России поздравили представители городских властей. Будущее России – это и есть наша молодежь. Именно вам, дорогие ребята, предстоит вести нашу страну, наш город к возрождению и процветанию. Мы, наши семьи, наши дома, наши дети – это и есть Россия. С праздником, дорогие! Мира, добра и счастья нашей Родине! Процветания! С праздником! Несмотря на жару, на площади собралось много людей, и жителей, и гостей курорта. У каждого свое понимание этого праздника. Но суть одна – единение не только в военное, но и в мирное время. Независимость, сплоченность, чтобы все люди были дружбы, чтобы мы дружили друг другу, уважали, почитали и кричали всегда «Ура!». Главный праздник нашей новой России, День России. Безусловно, каждый россиянин, гражданин России должен душой и сердцем стремиться на площадь флага. С Днем России! Для собравшихся на площади выступил Краснодарский государственный камерный хор. Под руководством народного артиста России Вячеслава Яковлева он исполнил песни о родине, любви и дружбе. Строки «Утомленного солнца», «Весеннего марша», «Мы пойдем с конем» подпевали все.